вулиці, тут бачите бліндаж російських військ був. Ну, це не один він тут. Перші позиції були тут. Тому ж була задача відігнати їх від Харкова настільки, щоб не доставала ствольна і тяжка артилерія. На п'ятихатки окружна, ну, парк Екофа Фельдмана рознесли і звідси ж лупасили по, вже і по центру доставали. Це наша лінія оборони була підготовлена, вона прикривала балку. Зігзаги це робляться для того, щоб якщо десь попадає снаряд або міна, або граната, то пораженню тільки підлягає той кусочок, де вона попала. За вигином вже там люди не постраждають. Якщо порівнювати з хлопцями в Маріуполі, в Азовсталі, то я думаю, що нам було легше. Але це важка робота, і все одно ти як мішень, ти під прицілом російських окупантів, все одно. Але, кажу, у нас була гарна мотивація, ми захищаємо свою країну. Тут була промислова зона, вироблялися насоси для котелень, для приватних будівель, котелень приватних будівель. Тут стояло дуже гарне обладнання. Тут був за спиною цех по випуску поліетиленових пакетів для, в тому числі для підприємства такого харківського, як «Буфет». Кілька ангарів ще було цілих, а вже коли тут знаходились наші війська, то ці кожноденні обстріли, вони довели це до такого. Вот заходит двойка и дежурят, смотрят. Один наблюдает в это окно, смотрит поле, лес, бинокуляр, если ночью в тепловизор. И соседняя комната немного диагонально, чтобы больше обзор был. И менялись. Оккупанты были где-то в лесу. И обстрелы шли как раз с леса. Мы дежурили и по 6 часов, и по 8. Меняли двойками и ходили на окопах. И лежали в окопах, когда обстрелы были. Нормально. Громко. И все. Полежал, отдохнул и дальше копать. Обстрелы были каждый день. До обеду, после обеду. 5, 6, 7, 8, 10. Ми нараховували десь до 50 приходів було на день. Потім вночі це теж продовжувалось. Після того, як розбили вже кришу, і ми отсюди звідси вже евакуювалися. На командному пункті у нас були, сходили всі лінії зв'язку. Тут стояли комп'ютери. Школа новая была, тут подвигали капитальный ремонт до вторжения русских, то есть она была закрытая, и вот просто тут вырвало. Обстрелы, мы работаем, мы ее позиции делаем усиление и дежурство. У меня друзей много новых. Мы все служим, все дружим, общаемся и помогаем друг другу. Я такой бы остался подальше. Ні, я ніс службу колись ще в радянській армії. Потім я професійний будівельник, скажімо так, 31 рік. Ну, оскільки в мене вже, скажімо так, я не міг підійти до ЗСУ по віку, то я пішов добровольцем до батальйону «Харті» 62.
крыши делаем. Я ушел 23-го, жена меня, дети меня поздравили, дочка и сын. Я пришел, приехал сюда собак кормить. И начала 24-я война пошла. Взорвался наша воинская часть. Я взорвали мост наши. Собак нет. Где собаки? Овчарка была немецкая. Ну, мы 2 числа сентября похоронили в огороде. И тогда, когда еще было и рязьяне было, я ездил, на мытарке ездил, на велосипеде. Я утром в 7 часов ездом с одеялами хлебушек, нам привозили кусочек хлебушек. Мы голодали, вообще голодали. У нас инвалиды. Инвалиды. Я помню, я кровщик. Я в Зеленстрое работаю, в лесопарке. Я в пятикатке. Я должен в пятикатке выйти 25 числа, выйти на работу выйти. Я уже на велосипеде хотел уже выйти. А мне сказали, Юра, не выезжай никуда. Оставайся. Я сейчас инвалидом, он крыши делает. Ну, если материал бы, если вы привезли материал, я помог бы. Вот это те, которые были в погребе. И когда мне председатель сказал, Олег, ты служил в АТО? Да, я служил в АТО. Тебе надо текать отсюда. Я говорю, не уйду с села. Я буду стоять до последнего, пускай тут зарежут, меня убьют. Я не ушел с русской. И помогал всем. В селе сдали. Они прямо приехали до меня по адресу. Тебя в центре сдали за пачку сигарет. А я не знаю, как я вышел. Ну, побили. Сидел, говорю, так, тебя сегодня не убьют, сказали. Завтра будем решать твою судьбу. Вот тут у питомника меня держали. Ну, на следующий день отпустили. Выходи, одевайся. Я думал, на расстрел. Одевайся, выходи. Я вышел на трассу Белгородскую. За мной идут автоматчики. Я думал, ну все. Посмотрел на небо. Честь имею. Ай, иду по русской. Она мне говорит, слышь, труп живой идет. Я не знаю, как они меня отпустили. Я откуда я знаю? Выживаем. Как можем. Спасибо волонтерам, не обижают. Привозят, и горячие обеды привозят, и все привозят. И, ну, а так света нету, газа нету. Как холода будем, не знаю. А куда? Такое пережить, а теперь выезжать? Уже не хочется. Вот нас 14 человек. Как-то будем друг у друга греться. Может же проведут. Надеемся, что свет дадут. Життя сюди повернеться, я в це вірю. Те, що у нас під боком такий сусід, ну я думаю, що всім миром будемо вирішувати, що з ним робити.